Если мы хотим, чтобы наши ребята учились хорошо, не должен думать, после учебы куда придет. Сегодня там переночует, завтра в другом месте, там родители что-то получают, какая-то стипендия. Ну, человек уходит, и у него в голове все время другие мысли, а не учеба. Поэтому задача поставлена полностью обеспечить 75 тысяч. Жизнь должны по своей стране построить. Уже работа начата.